Привет, вместе менее. Салют. Мы 4 года в импровизации. Любимый формат MP4. У нас одна мать. Нас судьба свела. Похаваем с кайфом. Поблагодарим за это интервью. А уже мы зрители, от вас зависит все. Понимаете, от вас зависит и смех, и радость, и все остальное. Поэтому приходите, аплодируйте на импровизации, смейтесь, радуйте жизни. Да. Салют, город Тюмень! Так, смотрите, вы салют, значит, такой прикол. Салют! 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 Сейчас как в Тетрисе все исчезнет. Что, давайте так, начинаем? Да, давайте познакомимся. Давайте я всех познакомлю. Давай. Еще раз всем добрый вечер, привет, Екатеринбург, здрасте! Это Алексей, он классно показывает женщину, покажи. Ну, вот красивая, знаете, поаплодируйте Алексею. Это Роман, он показывает на север. Спасибо, аплодисменты Роману. Это... Я Роману что говорю. Да, это Сережа, он показывает, как делать не надо. Показывай, говори. Не надо. А это Дима. Ну-ка, Дима, покажи себя. Все, не надо, хватит. Да, отлично, и все это салют! Да, за что мы будем играть? Сергей? Мы будем играть в замечательный формат, который называется «Свидание вслепую». А как в него нужно играть? Сергей? Берется. Сделай что-нибудь такое, знаешь, чтобы сердце застрелило. Чтобы девчонки такие... Спасибо, Сергей. Это Алексей. Аплодисменты ему. Мы уже с вами выяснили, что в этом сильном, в этом брутальном мужчине, в этом толстокожем мужчине спряталась хрупкая девчонка. Покажи девчонку. Хорошо, девчонка. Вот, и сегодня, значит, Алексей будет искать себе кандидата за ее сердце. Эти кандидаты будут в определенных образах, которые вместе с вами мы придумаем. Алексей их слышать не будет, в итоге он должен догадаться, кто же его избранник. Уйди как женщина. Я с тобой не разговариваю. И уважаемый Искандер. Да, нам понадобится помощь человека, которого не любит как минимум один Антон в зале. Искандер. Спасибо большое. Пожалуйста. Давайте проверим, Алексей, слышно ли? Лёшка! Танцуешь. Ты вправду похож. Сосиски в детстве. Спасибо. Да. Ну что ж, не слышит наш многоуважаемый участник команды «Салют». Давайте придумаем, кем же будут остальные участники. Итак, Дима, давайте, может быть, какой-нибудь всеми известный персонаж. Чиполлино, еще. А? Оптимус Прайм. Кто? Котопёс. Безруков. Шрек. Ну, про Шрека мы мало знаем. Котопёс. Безруков интересный, конечно. Да, Безруков интересный. Да, Безруков. Но Безруков, который что? Смог. Ну, это же фестиваль юмора и творчества. Вы отлично справляетесь. А? У него аллергия на березы. Как тебя? Конечно. Разве такое возможно? Давай. Прям чешется. Попробуем. Есть. Так, Ром, давайте, Роме, что это такое? Посмотрите, абсурдное, блин. Старик какой-то. Дед Мазай. Абсурдно, еще. Прям... Как? Дрессировщик червей. Дрессировщик червей. Дрессировщик червей. Дрессировщик червей. Я как раз этим занимаюсь, откуда вы знаете. Приятный бы зал, конечно. Да, вообще. Прям вот яблоко разрезал, а там сидит тебе, вот по тебе видно. Отлично. Так, и давай тебе что-нибудь, может быть, такое национальное, интересное, такое, знаете, там... Гарри Поттер.
Гарри, но это очень национально. Ахалам, ахалай. Почему ты не от Гарри Поттера? А? Тарас Бульба. А, еще. Кто это? А? Кто? Джин. 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 Давайте сделаем так. А, ну, может быть, Джин. Азербайджанец. Кавказский. Кавказский. Да, ну что бы. Не, ну подождите, давайте определим, потому что кавказцы разные бывают. Например, армяне, они вот так разговаривают, например. Ну, чуть-чуть. Абсурднее. Джин. Белорусский джин. Какой-нибудь крепкий такой. Фруктовый. Белорусский джин. Белорусский джин. А что, нормально? Все? А что ему так-то стало сюда? Нормально? Белорусский джин? Потому что я хороший актер. Так, успокойтесь. А, вы не червяк. Так, отлично. Белорусский джин, дрессировщик червей и безруков, у которого аллергия на березы. Мой хороший, мой сладенький, все, снимай ушки. Вы аплодируете очень громко. Это означает, что Салют может рассмешить вас прямо сейчас. Поехали! Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. И мы начинаем шоу «Уроды из Тиндера». Я тебя надрессирую. Я напоминаю, что сегодня с вами снова Оксана Сверлова. И мы сегодня выбираем, кто же сегодня заплывет в мою плотинку. Итак, кандидаты, давайте с вами немножко познакомимся. Скажите, как вас зовут и откуда вы? Ой, родная, родная, хорошенькая моя, Саша. Первый раз в этом зале. Ну, а что о себе рассказать? Родился я, ну, в России родился. В России, я родился в России. Жутко с недугом страшным для меня. Ой, люблю я ее, понимаешь? Но не всю. Понимаешь? А то белая полоса, то черный чешет со всего от боли, понимаешь? А так выйдешь, в лес крикнешь, и все, тетка реки. Что ты его слушаешь? Это белый на синего, посмотри. Синий, ну вот давай с этим пока пообщаемся. А, хорошо, познакомились с кандидатом номер один. Кандидат номер два, расскажите немножко о себе. Вообще, откуда вы там приехали? Ну, я как только родился, меня сразу в яму скинули. По мне видно было, что слабый, некрасивый. Спасибо. Пап! Ну, я нашел выход, как из нее выбраться, слава богу-то. Потом расскажете? Ой, это долгий процесс, конечно. Ну, если вы все прям хотите знать. А там вкратце и разложу, конечно. Хорошо, это позже узнаем. А кандидат номер три, давайте познакомимся с вами. А сейчас я покажу, откуда на Аграбу готовилось нападение. Открывайся, Сезам! Сезам уже открылся 27 лет назад. И закрываться не планирует. Ой, 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 играйте с огнем, батенька, играйте. Ой, я обожаю иностранцев вообще. Ну что ж, кандидаты, давайте начнем, собственно, наш конкурс. Итак, первый вопрос. Ты тоже волшебница? Это ты нравишься мне, девка! Подожди! Я ближе просто! Передай по ощущениям! Передай мне! Ты же тоже этот... Человек! Аладдин! Аладдин! Я снаружи. Итак, уважаемый кандидат, собственно, первый вопрос. Расскажите, куда вы поведете меня на первое наше совместное свидание? Кандидат номер один, расскажите. Очень бы хотелось, конечно, проводить тебя в рощу, понимаешь, в русскую. Супрастилом набраться самой! Чтоб не сдохнуть от красоты-то от этой! Выйдешь вот так, скажешь, эй, народ русский, на что у вас аллергия? На тополя! Ага! Ты пуху-то не накидывай, тополя! В общем, мы с тобой, в первую очередь, мы пойдем там, где сок наш русский бежит. Но
пить его сама будешь. А вы мне надрежете? Если только у тебя. То есть к тебе. Ладно. Кандидат номер два. Да. Давайте, собственно, к вам вопрос. Расскажите, куда вы поведете меня на первое свидание? Я надеюсь, что мы с тобой будем гулять под дождем. Чтобы было романтичнее, я мог полностью перед тобой раскрыться. Рассказывайте, рассказывайте. Ну, то есть, не прям я буду раскрываться, конечно, перед тобой, но способности свои на примере некого шоу покажу. Некого-кого? Ну, это сюрприз пока. Помню, лужу играю, ну, блин. Лежу. Ой. И мне должен быть, ну, по сценарию, там, должен быть, выходить, помогающий мне в этом, в роли Али, и без этого человека никак не справился. Потому что вы вообще не помогли. Я же тебе не пятерочка. Потому что у нас природа такая, помогать, понимаете? Что-то у меня груз падает все вечно, не могу. Хорошо, хоть это, сытые сидим, я же червяка заморил вам. И тебе заморю. Ой, спасибо, я наел. А как вы его? Репрессия чуть-чуть перепьется. Это ко мне. Помолчите. Давайте. Кандидат номер три, а куда мы с вами пойдем на первое свидание? Слушайте, мы с вами пойдем в Беловежскую пущу. Ну, естественно. Да, и я вам там предложу загадать три желания. Опа, только я уже сам загадал. Картошка вареная. Картошка по-деревенски. Ну и фри! Точно! Обожаю свободу! Вообще! Ничего не могу с тобой поделать. Давай, девка, не думай! То есть думай и выбирай! Хорошо. Когда очень интересно. Но теперь, я думаю, нужно переходить. Не надо выбирать, просто приди, отметься и все. Ну, теперь пора перейти ко второму вопросу. Хорошо. Это будет танец. Что там вы как для второго кандидата? Вертитесь. Продолжайте. Я легко из нее две сделаю, пацаны. Три не знаю, но две вроде получился. Я нижнюю часть. Итак, уважаемые кандидаты, собственно, подошли к нашему творческому конкурсу. Да. Пожалуйста, кандидат номер один, продемонстрируйте свой талант. Вот она, Россия, матушка. Это стихи. Да и широкая на меня смотрит. А там вдали береза, а рядом с ней грузингия. Говорит, а тебе нельзя, у тебя... Это хокку? Ну, слушай, у меня такого не было, можно и хокку. А это троём? Да, продолжим. Кандидат номер два, пожалуйста, продемонстрируйте свой талант. Я думал, я на рыбалке, конечно, его продемонстрирую. Там такие пируэты могу интересные выказывать, но... Слушайте, здесь достаточно чисто, и нет земли никакой. Это я постарался. У нас всегда чисто. Лучше бы вы сами убрались-то тут. Так. Три желания закончатся, потом пару сроков. Братцы, не ссорьтесь, пожалуйста. Не мне хоть. Дайте девоньке определиться с сердцем. Девочек. Кандидат номер два, я жду. Когда закончится все вообще, все ляжете в землю. Вот там-то вы у меня повертитесь, если не выберете меня сегодня. То есть вы у нас... Как-то и самому даже участвовать перехотелось. То есть у вас под землей кто-то как бы влиятельный? Что-то есть. А?
А, спасибо, 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 спасибо. Продолжаем. Точки номер стендап. А у вас бывало такое, что кто-то лапу трет, вы хотите вывести, а вам усы мешают. И ладно бы там кто-то Аладдин там или Жасмин, так это комика же, комика. Вот, спасибо, вы прекрасная публика. А, как же стендаперы говорят, ой, как же стендаперы говорят. Ну, кандидаты, кандидаты, давайте подведем предварительные итоги. Вы знаете... Что-то у вас как на ЕГЭ, как столько... Ладно. Я хочу вам высказать свое мнение. Ого. Я считаю, что я точно не пойду на свидание с безруковым, который любит тополя. Люблю березы, ну, само собой. Но трогать don't touch me. Don't touch me, березы, потому что умру. Вообще просто в лоб бью тебе уже. То есть без образа, Лёха, без просто рук... рассказываю тебе уже. Это ты наоборот. Это меня раньше Лёха говорил. Супрастим! Для чего? Извините, не признала. Вы же Сергей Безруков, который может умереть от того, что трогает березы? А почему он может умереть? Тупая ты, скажи, пожалуйста. Поставь. Человек не может есть орехи. Да. У него аллергия на березы. Да. Я тогда от крестик деревянный от вас подальше уберу, чтобы вас не зачесало. Вот-то я думаю, шиплюк сижу. Кандидат номер два. Вы знаете, я, скорее всего, с вами на свидание тоже не пойду, потому что мне неинтересны дрессировщики червей. Даже вам не ладно. То есть аллергия? Я выбрал. Кандидат номер три. Давай. Я... Только тихо. Впервые. Тихановская. Тихо. Я с удовольствием пойду на свидание с Лукашенко царем Аграмы. Как хочешь. Крик, гроза тебя ударит сейчас. Что-то не так? Знаете, если бы мы... Подождите, подождите, свет мой хачей, лампа моя. Понимаешь, смотри, опа, и появился здесь. От вас так пахнет, ну что, джин? А? Какой? Первый раз вижу джина Лукашенко. Ладно, засчитаем, пускай!